озвучка. Никогда не понимала выражения «он на этом собаку съел». Что она обозначает? Как переводится? Причем тут собака и зачем ее есть? А вот сегодня опять пришел в голову один эпизод из моего детства. Дело было в прошлом веке. Мне как раз исполнилось 11 лет. Стояло самое начало лета, и мама отправила меня на каникулы в деревню к бабушке и дедушке. Что делать летом в деревне детям? Конечно же, это лес, речка, рыбалка, сенокос, костры, компании. У нас все дружно жили. Ребята от 6 до 13 лет целыми днями носились по окрестностям одной большой стаи. Старшие присматривали за младшими. В общем, было весело и интересно. Сколько рыбы у нас было наловлено, сколько грибов и ягод собрано, а сколько подолов на заборах оставлено, не сосчитать. И всегда и везде меня сопровождала наша собака Жучка. Она ходила за мной как хвостик, нигде меня не оставляла, вечно шлялась сзади или лежала рядом. Чем была вызвана такая любовь, я и сама не знала. Кто поймет собачью психологию? Любила она меня и все тут. Я к ней тоже, надо сказать, привязалась. Всегда приносила что-то вкусненькое и угощала. У нас в доме не принято было хорошо кормить собаку. Ей вечно доставались одни объедки с нашего стола, да и каша на воде. А я ей то молочка оставлю, в которое булочки покрошу, то котлету не доем и колбаски кусочек для нее украду. Видимо, за это животное было благодарно. А в середине лета в наш дом пришла беда. Очень серьезно заболел дедушка. У него давно было что-то с легкими. Он давился кашлем, и деревенский фельдшер Иван Ермолаевич отправил его в город на обследование. Его положили в больницу и сказали, что надолго, потому что у него нашли туберкулез в открытой форме. А это тогда считалось неизлечимым и страшным диагнозом. Мы все очень переживали, особенно бабушка, ведь визиты в такие стационары строго запрещены, и она толком не знала, как там дела у мужа. Врачи обещали сделать, что могут, но гарантий не давали. Стадия была сильно запущенной, надежд было мало. Так кое-как мы дожили до конца лета, и я уехала домой, в школу, а через неделю узнала, что дедушку выписывают. Врачи сделали так, что он был уже не заразен для окружающих, но с легкими все равно было плохо. Мы радовались и этому исходу. Главное, дед был жив. Незаметно пролетели пара месяцев. Наступили осенние каникулы. Мама меня опять собрала в деревню на воздух. Я приехала туда счастливая, увидела дедушку. Он выглядел не очень, исхудал, был слабым, но ползал. А еще меня в деревне ждала ужасная новость. Жучка потерялась. Я как приехала, сразу в будку сунулась, а собаки нет. Привязь, ошейник, все на месте, а любимица моя исчезла. Я стала спрашивать у своих, мол, где она? А бабушка просто сказала, что собака убежала, и они ничего не знают. Дед теперь чаще всего пропадал в старом сарае на берегу реки. Что он там делал, я не знала. Нам с друзьями строго-настрого было запрещено туда ходить и смотреть. А дед брал с утра банку с керосином и шел в сарай, запирался там, что-то рубил, а потом подолгу сидел около реки и чего-то ждал. Я ничего не понимала, что происходит. Меня это сильно интриговало. И вот однажды я решилась. В один из вечеров пошла с подружкой погулять по деревне. Ну и свернули мы к реке, к сараю. Позади его за досками на гвозде висела шкура. Жучкина шкура. Первой реакцией был чудовищный ужас, охвативший меня с ног до головы. Тогда я впервые испытала, как шевелятся волосы на голове. Я поняла, что мою любимицу жестоко убили. Лишили жизни самым зверским способом. И в голове у меня не укладывалось одно – зачем? Я пулей метнулась домой. Начала орать, как сумасшедшая, на взрослых. Кричала так, что, наверное, на другом конце деревни было слышно. Бабушка заплакала, а дед махнул рукой и пошел лег к себе на кровать. В тот вечер в нашем доме никто не разговаривал, все молчали и думали о своем. А я в тот день ненавидела весь мир,
этот жестокий, непонятный моему детскому уму мир. А утром дедушка сам ко мне подошел и сказал, что хочет поговорить. У нас с ним был долгий разговор. Он признался, что жучку действительно убили. Сосед застрелил из охотничьего ружья. Но это все не просто так. Дело в том, что ее мясом дедушка лечится. Испокон веков народная молва приписывает собачьему мясу целебные свойства. Особо хорошо она помогает при туберкулезе и болезнях легких. Когда дедушка выписывался из больницы, ему врач тамошний посоветовал странный метод. Сказал, что многие вылечились, посетив одну бабку. Живет она одна на окраине деревни. Принимает не всех, а только того, кто ей понравится. Получив адрес, дедушка приехал домой. Поговорил с женой. Та долго сопротивлялась, отговаривала, но все же смирилась. Поехали они к этой бабке. Уж не знаю, каким макаром, но им удалось попасть на прием к той знахарке. Она-то и велела деду в течение года через день есть мясо черной собаки. Жить деду хотелось, да и собака нужной масти под рукой имелась. Вот Васька, сосед, и помог. У самого деда рука убить животное не поднималась. Вот в старом котелке за сараем дед и варил на костре свое лекарство. А шкуру он закопать хотел, но не смог пока, сил нет совсем яму рыть. Я была вся в горе, и собаку мою было жалко, а дедушку еще жалче. Кое-как я пережила эту неделю и отправилась домой в город. Потихоньку обида вроде стала забываться. Каждодневная жизненная суета стирала боль потери. Я уж и не вспоминала о жучке почти, как однажды ночью произошло странное событие. Была зима перед самым Новым годом. Квартира, в которой мы жили, находилась на втором этаже, а окно комнаты, в которой я спала, выходило на детскую площадку перед подъездом. Среди ночи меня разбудили странные звуки. Лаяла собака. Вернее, даже не лай это был, а плач какой-то, скулёж с лаем вперемешку. Не сразу, но я подошла к окну, чтобы посмотреть, кто там так заливается. И обомлела. На заснеженном газоне, прямо напротив окна, сидела моя жучка, и именно она издавала эти звуки. Со второго этажа я ее разглядела очень хорошо. Перепутать с другой собакой я ее точно не могла. Жученьку мою я бы узнала среди миллиона других собак. Сомнения не было, это была она. Я закричала на весь дом, да так, что родители с ужасом прибежали выяснять причину моих криков. Я в суматохе одевалась, чтобы бежать на улицу. Мама ничего не могла понять. Кое-как я смогла объяснить, что происходит, а потом вылетела из квартиры. Полураздетые родители, естественно, побежали за мной, пытаясь остановить. Да куда там? Когда мы вылетели из парадной, на том газоне, где я видела жучку, уже никого не было. Не было даже следов, снег был не тронут и чист. В панике я побежала вокруг дома, но ни собаки, ни ее следов, к сожалению, не обнаружила. Когда мы с родителями вернулись в квартиру, я плакала до утра. Мама меня утешала, говорила, что мне приснилось все, но я знаю, что это был вовсе не сон. Я точно видела жучку у себя под окном и точно знаю, что любимица моя специально приходила ко мне попрощаться, чтобы я в последний раз на нее взглянула. Долго я потом еще обиженная была на родственников своих за тот ужас, что мне пришлось пережить в детстве, но с возрастом я стала понимать многое и со временем все забылось, хотя осадок остался до сих пор. Вспоминаю я свою жученьку, и грустно мне на душе делается. Дедушка тогда выкарабкался. При очередном обследовании рентген показал изменения в лучшую сторону. Впоследствии его даже с учета сняли. В легких все зарубцевалось. В общем, прожил он еще долго и умер через много лет совсем по другой причине. А собаку за всю свою жизнь я так больше и не рискнула завести. Слишком велико бывает горе от потери любимца. Да и жучкина фотография у меня есть. Там мы с ней вместе. Я еще маленькая, а она выглядит довольной. Пусть она такой и останется в моей памяти. Навсегда.
бегущий в ночи. Это произошло в начале 2000-х годов. В то время я был еще подростком. А какие развлечения у подростков того времени? Компьютер на тот момент еще не появился, мобильников не было, по крайней мере у нас. Днем учеба, а что делать вечером? Телевизор, нет уж увольте. Местные сельские развлечения тоже не слишком привлекали. И как показало время, возможно, не зря. Сколько ровесников из того поколения ныне лежат в сырой земле. Вдобавок ко всему, на тот момент я был, как бы помягче сказать, необщительной личностью. И вследствие этого в друзьях у меня числилось всего 3 человека. Один из них имеет непосредственное отношение к этому случаю. Мой друг жил в соседнем селе. Расстояние между селами примерно 2 километра, что для молодых ног не такая уж и проблема. В общем, почти каждый вечер то он ко мне, то я к нему ходили в гости. Встречались и шли гулять, по возможности стараясь меньше пересекаться с местным населением. Возможно, вы спросите, почему, чем вам так не угодило население? Ответ прост – друг из другого села, а на тот момент между селами еще были некоторые трения. Ну, кто жил в то время в сельской местности, знает, какие распри могли случаться. То девчонку не поделят, то территорию. Но суть не в этом. Просто мы старались держаться подальше от людей, и наши прогулочные маршруты пролегали в большей части по безлюдной местности. Вкратце опишу саму местность. Рядом с моим домом проходит железная дорога, которая тянется вдоль луга, далее пересекает реку по высокому ЖД-мосту и проходит как раз мимо соседнего села, где и жил мой друг. Обычно мы ходили по короткой дороге через луг, но в дни весенней распутицы и осеннего ненастья приходилось шлепать по железной дороге, ибо внизу на лугу в это время дорога просто исчезала, конечно, если ты не одет в армейский костюм ПВХ. Сам луг находится справа от железной дороги, а рядом с ЖД-мостом внизу небольшой пешеходный мостик. Под этим железнодорожным мостом находятся густые заросли кустарника и разных деревьев. С этих зарослей все и началось. Как-то возвращаясь домой от друга, пройдя по мосту, я почувствовал ощущение взгляда в спину. Я думаю, многие слышали о таком, а некоторые даже сталкивались. Наверное, это то, что чувствует жертва, когда на нее смотрит хищник. Сложно описать это словами. Кажется, что волосы встают дыбом от затылка до копчика. При этом чувствуешь какое-то странное оцепенение. Однако, чем дальше отходишь от этого моста, тем слабее это ощущение. Этот взгляд повторялся почти каждый раз, когда я возвращался домой через этот мост. Спустя какое-то время друг пришел в гости со своей собакой. Как обычно, прогулялись и разошлись по домам. Во время нашей следующей встречи он рассказывает мне, что собака странно себя вела. Когда они возвращались домой по этой самой железной дороге, на середине моста собака рванула поводок из руки, подбежала к краю, уставилась вниз, на кусты внизу. Шерсть встала дыбом, и она зарычала. Безлая. Просто стоит, смотрит вниз и глухо рычит. На все попытки оттащить не реагирует. Упирается всеми лапами и рвется обратно к краю. Все-таки отволок он ее. Правда, стоило отойти от моста метров на 50, как собака, будто ничего и не было. Спокойно побежала рядом. Итак, мы плавно подошли к кульминации. В очередной раз я отправился в гости к другу. Да-да, по этим самым железнодорожным путям. Дело было вечером, ближе к ночи. Ярко светила луна, еще не полная, но видимость была достаточно хорошая. И приближаясь к этому мосту, я увидел следующую картину. Со стороны этих кустов, вдоль реки в сторону от меня, бежит нечто. Сгорбленная фигура ростом со взрослого человека, длинные космы ниже плеч и руки, висящие на уровне колен с непропорционально длинными пальцами. И это несется с огромной скоростью. Люди так бегать не могут. Когда я это увидел, то просто застыл на месте. Что я тогда думал? Просто молился про себя, чтобы меня не увидели. Ночь. Нет ни одного человека в радиусе километра вокруг. И такая картина.
В общем, я развернулся и быстро-быстро пошел обратно. Стоит ли говорить, что с другом я не встретился ни в этот день, ни в следующий? Я не стал никому рассказывать о том, что видел. Шансов, что мне поверят, было достаточно мало. Имелся уже печальный опыт. На этом можно было бы остановиться, если бы через несколько дней друг не пришел ко мне в гости с квадратными глазами. На мой вопрос, что случилось, слышу в ответ: «Прикинь, иду я к тебе, прошел более половины пути». Оглянулся назад и вижу фигуру, бегущую по лугу в сторону ЖД насыпи. И далее он мне описывает то же существо, что ранее видел я. Повторюсь, что я никому ничего не рассказывал. Описание совпало вплоть до деталей. Что это было, я не знаю, но встретиться снова не имею ни малейшего желания. Стоит ли говорить, что мы после этого какое-то время старались там не появляться. По-прежнему виделись, гуляли, но делали крюк в несколько километров. Правда, когда впечатления смазались, все пошло по накатанной. Вот такая получилась у меня история. В нее сложно поверить, но все-таки случилось. Если кто слышал о похожем, поделитесь в комментариях. Лохматенькие поселенцы. Перед глазами необъяснимо красивое село Стеньшино, в котором родился Александр Николаевич Ладыгин, изобретатель лампы накаливания. Чудная туевая роща, между прочим, единственная в центрально-черноземной полосе. Больше эти туи нигде не растут. Сейчас каждая пронумерована и охраняется. Красота неописуемая в этих местах, но, к сожалению, на тот момент жилых дворов осталось 5. Дороги нет. Те, у кого остались там родственники, пробивают дорогу к селу через поле на нивах. Если дождь, не проедешь, да и в снег тяжеловато. Осталось только от села роща, развалины клуба, школы и домов. В общем, на тот момент село практически отрезано от внешнего мира. Село славится не только прекрасными видами, но и всякой нечистью. Вроде есть местная страшилка, что из Стеньшино нельзя ничего брать себе, так как раньше много ведьм и колдунов было, и можно ненароком взять их вещи, что чревато плохими последствиями. Еще очень много болот, не очень глубоких, но люди каким-то образом тонут. Мы же часто ездили туда отдыхать, тихо, спокойно, и воздух чистый. У одного из друзей по имени Антон бабулька там живет. Живет, конечно же, одна, поэтому рада всем гостям. Вот созвонились, мол, давайте соберемся вчетвером. Антон со своей супругой и я со своим мужем, сосисок пожарим. Мы с моим согласились отвлечься от вечного ремонта и развеяться. Оставили машину в соседнем селе и пересели к Антону в Ниву. Как назло, начался дождь, дорогу размыло, машину заносит на каждом повороте. Около часа пути прошло, и мы подъехали к первому знакомому дому. Живет там относительно молодая пара по сравнению с местными бабульками, Наташа и Андрей, им около 40 лет. Останавливаемся поздороваться, а на Наташе лица нет. Дальше сама история с ее слов. В общем, со свекровью стали происходить странные вещи. Бабульке 87 лет. Понятно, что возраст и так далее. Но говорю сразу, бабуля вполне адекватная, не пьющая. Как-то приходит ко мне, а жили в одном дворе, и жалуется: «Наташа, спать не могу, страшно. Дай какую-нибудь таблетку, они мне уснуть мешают». «Мама, кто они? И с каких пор ты спрашиваешь таблетки?» До этого страшно боялась таблеток, голова разболится. Наташа ей таблетку, а та платочком ее накроет и с лопухом на голове ходит. Начала, говорит, замечать, что мать и вправду спит плохо, свет не выключает в спальне. Стала подробно спрашивать, мол, почему не спишь и кто это они, которые мешают спать. Бабуля назвала их лохматенькими, один с рыбьей головой, а вторая самочка. «Ложатся в ноги, а мне тяжело.
Они сказали, что как потеплеет на улице, так уйдут. А сейчас холодно, мы у тебя поживем. Так-то они мне не докучают, боюсь, что он меня иссильничает». Наташа все подшучивала. «Бабка, тебе что, замуж что ли выходить? Не бойся». Все бы ничего, но возвращаются как-то Наташа с мужем домой. Поздно уже, около часу ночи. Наташа к свекрови заглянула, вроде спит комочком на диване. «Утром нету бабки, а на диванке комочек, который Наташа приняла за свекровь, из курток». Искали где можно только было. «Ну куда пойдет бабуля? Погреб? Колодец? К соседям? Нет нигде». 5 суток с милицией, с кинологами, с волонтерами. Глухо. Пошел Андрюха на охоту, забрел в болотце. В нем по колено даже нет, смотрит кочка. Прошел мимо. Потом в голове мысль, не было тут никаких кочек. Поворачивает, а там мать, в ночнушке, сверху в штанах и в тулупе. Самое интересное, что это место прочесывали и не раз, и болото мелкое. «Вот так», — сказала Наташа, — «завтра похороны». «Жутко, конечно, кто что подумает, а у меня в ту ночь коленки тряслись». Деревня колдунов. Эту историю рассказал мне мой отец. Было это в конце 80-х. Сам отец городской житель, но жену себе он нашел деревенскую. Познакомились они на заводе, где, соответственно, оба работали. Деревня, родом из которой моя мама, находится недалеко от города и называется Славцево. Но за глаза ее называют деревня колдунов. Это сейчас в деревне живет 3,5 бабки, а раньше там было жителей ого-го. Сам я в детстве каждое лето проводил со своими родными и двоюродными братьями и сестрами у бабки с дедом в этой самой деревне. А семья у нас очень большая. Помню огромный стол, за которым все сразу не усаживались, поэтому кушали в 2 захода. Бабушка все лето от плиты не отходила. За этим самым столом и произошел данный случай. В тот день все сели обедать. Ну как все? Как всегда, сначала пообедали мы, дети, и всей сворой побежали на улицу гулять. Потом сели взрослые. Дед мой никогда не садился за стол без стопки. Поэтому бабушка всегда ставила на стол бутылочку свойского самогона. Конечно, сильно никто не напивался, но по нескольку рюмашек дед со своими зятями за обед выпивал. Дед был очень компанейский человек и, выпив немного спиртного, начинал рассказывать анекдоты и травить разные байки. Вот и тогда, пригубив, он рассказал несколько анекдотов, а потом начал свою излюбленную тему про всякую нечисть, с которой он якобы сам лично встречался. В эти моменты деда слушали лишь потому, что не хотели его обидеть. Естественно, никто не верил этим сказкам. Истории были разные. И про привидения, и про непонятные огни, про домовых и прочую нечисть. Но больше всего дед любил рассказывать про колдунов, как те самые превращались в разных животных, как по ночам доили чужих коров, наводили разного вида порчи. В то время мой отец был яростным атеистом, и на все рассказы деда он только посмеивался. И вот во время одного из рассказов о все тех же колдунах в дом зашла одна бабка с 3-литровой банкой в руках. Пришла она всего-навсего за молоком. Бабка с дедом держали коров. Молоком этим они снабжали всю свою огромную семью. Даже хватало еще и на продажу. В тот момент, когда зашла та самая бабка, дед прервал свою историю и, подмигнув всем за столом со словами «Смотрите, неверующие», воткнул в днище стола кухонный нож. От того, что произошло дальше, у всех волосы встали дыбом. И на голове тоже. Бабка, выронив банку из рук, с криком начала метаться по комнате. Она пыталась выбежать из дома, но дверь ей не поддавалась, будто бы она была заперта. Побесновавшись, бабка без сил рухнула на порог и жалобно проскулила: «Вань, отпусти меня!»
«Иди отсюда», – сказал дед и вытащил нож из стола. Бабка пулей вылетела из дома, чуть не сорвав дверь с петель. Все очевидцы долго не могли прийти в себя. К слову сказать, много всякой ерунды происходило в этой деревне. Помню, когда я был маленький, моя бабушка водила меня к своей соседке. Та ходила вокруг меня то ли с молитвами, то ли с заговорами. Тогда у меня была какая-то детская болезнь. Я, конечно, выздоровел, только не знаю, кто помог, бабушкина соседка или врачи. И еще был случай на свадьбе моих родителей. Свадьбу они играли в той самой деревне. В разгар праздника гости вышли на улицу покурить и немного развеяться. Дело было зимой. Около ворот лежал какой-то пакет, невесть откуда взявшийся. Мамина старшая сестра решила выкинуть его подальше. Взяв пакет в руки, она рухнула на землю. У нее резко отказали ноги. Кто-то из гостей сказал, что этот пакет, скорее всего, предназначался молодоженам. В пакете был какой-то мусор. Ветки, перья, солома. Тетя же только через несколько дней начала ходить. Ангел-хранитель. Со мной не часто, а практически никогда не случалось мистики, но данный случай мне запомнится надолго. Нас с сестрой с детства родители на лето отправляли к бабушке в деревню с самого младенчества. Сейчас мы уже взрослые и традицию не забываем. Каждое лето мы ездим в отпуск к бабушке в деревню. Вот и летом 2010 года, когда в Москве стоял ужасный смог, я поехала к бабушке в деревню. Отдохнула там пару недель, а потом мне нужно было возвращаться домой, выходить на работу. Я очень долго сокрушалась, что в Москве дышать нечем, что вот бы было здорово отдыхать еще как можно дольше. Выйдя на работу, я написала заявление на отпуск без сохранения и пошла собирать вещи обратно к бабушке в деревню. Так как я вернулась в Москву в воскресенье, а в понедельник уже написала заявление, то билеты на поезд я купить никак не смогла, но надеялась, что мне повезет и кто-то сдаст билет. Приехала во вторник на вокзал. Чудо не случилось, билетов не было. Почему-то меня в этот раз поехала сестра провожать на поезд, хотя обычно я езжу одна. Она мне сказала, что, мол, раз нет билетов, оставайся дома, может, на неделе что-то появится. Я наотрез отказалась, как она меня не уговаривала. Решили поехать на автовокзал. Приехала на автовокзал, на табло было написано, что мой последний на сегодня автобус уходит через минуту. Купив в попыхах билет, я побежала к отходящему же автобусу. Успела, а зря. Приехала к бабушке без предупреждения. Она, можно сказать, настороженно к этому отнеслась. Ведь позавчера я только уехала от нее за 750 километров. В четверг мы с друзьями собрались ехать купаться на пруд. Было нас две девчонки и трое пацанов. Двое были на мотоциклах, а еще один должен был приехать на машине за нами. Но его все не было. Прождали его полчаса, решили ехать без него, думали, сам приедет уже на пруд. И тут вопрос, кто с кем поедет? Два мотоцикла и пять человек. Было решено, что на первом мотоцикле едет водитель и мы, две девчонки, на другом два парня. Я помню, как меня долго уговаривали сесть третий. Что-то внутри подсказывало. Или кто-то за спиной, что не нужно мне садиться третьей к ним. После 15 минут уговоров я все-таки согласилась, и мы поехали. В поле есть овраг, по которому проходит эта дорога к пруду. Когда мы подъехали к этому оврагу и стали спускаться в него, оказалось, что на подъем шла машина прямо нам в лоб. Наш водитель не справился с управлением, и мы на скорости въехали в лоб той самой злосчастной машине. Все делались легким испугом, кроме меня. Меня отвезли на скорой помощи в город с сотрясением мозга, вывихом руки и тяжелейшим переломом ноги.
Впоследствии 3 операции по установке аппарата на ногу и год отдыха, как я и желала. Итог этой истории: меня предупреждали и не пускали туда аж 3 раза, а я не послушала. Я больше никогда не пожелаю отдохнуть подольше. Пусть лучше я буду как лошадь пахать и всегда слушать того с крыльями, который стоит за моей спиной.